Добрый день, меня зовут Туяна Батуманкуева, компания «Флоранж». Я сегодня с большим удовольствием посетила конференцию «Сетевой маркетинг. Современный подход» и мастер-класс с участием таких топовых лидеров. Это Игорь и Ламара Жабины, Любовь Алимова и Антон Агафонов. Могу сказать, что я получила огромное удовлетворение от посещения, огромное удовлетворение от работы с такими мастерами, от атмосферы, которая присутствует всегда на таких конференциях. И что я положительного для себя взяла? Я взяла от каждого лидера, скажем так, частичку уверенности того, что я на самом большом этапе, наверное, все-таки своего пути, что со мной всегда будут консультанты и лидеры, которые хотят на самом деле большего, чем обычные люди, что это люди будут уверенные, настойчивые, харизматичные и просто счастливые люди. Ну и от индивидуальной работы во время мастер-классов тему, которую давала Любовь Алимова в отношении построения команд, наконец-то поняла для себя, что структура и команда – это два совершенно разных понятия. Это раз. Во-вторых, я поняла для себя, что не стоит иногда зависеть от мнения чужих людей, что в первую очередь важно твое собственное личное мнение, и твое собственное личное мнение даст больше результата. Ну, вообще, на самом деле, было очень много осознаний, может, я просто не готова сейчас их донести. Просто я призываю людей, которые видят этот отрывок конференции в записи, быть лично, приезжать сюда. Если не получается в этот раз, то ставить задачу приехать в следующий раз. Всем больших побед, удачи, спасибо, всего доброго.